Всего несколько дней отделяют нас от самого главного, волшебного и долгожданного торжества – Нового года. В преддверии этого праздника зажглась красавица елка Ленинского района. И несмотря на то, что на улице нет еще ни снега, ни мороза, праздничное новогоднее настроение уже есть. А это самое главное. Раз, два, три, елочка, горит! Именно эти волшебные слова с нетерпением ждали взрослые и дети, которые собрались на набережной Франциско Скорин для открытия елки Ленинского района. В этом году она украшена по-особому. На ветвях расположились не только шарики и огоньки, но и игрушки с логотипами брестских предприятий и фирм. Зажигательные ведущие вспоминали, чем отличился год уходящий, говорили о самых ярких событиях, строили планы на будущее. Новый год – это подведение итогов. Год был серьезный, год был многогранно сложный. И в то же время праздничный. За этот год было проведено столько мероприятий, наверное, как никогда. Город стал совсем другим. Видно всем. Он стал краше, он стал удобнее для проживания, для жизнедеятельности. И мы надеемся, что и следующий год, 2020, уже войдем во второе тысячелетие Брест. Было сделано не меньше. Мы видим что-то новое. Будем продолжать дальше благоустраивать наш родной любимый Брест. Потому что лучше Бреста нету места. С наступающим Новым годом! Каждый, кто присоединился к празднику, смог провести время весело, интересно и по-новогоднему. На празднике выступали творческие коллективы Бреста, а также всеми любимые зимние сказочные персонажи. Они пели песни, водили хороводы и танцевали. В общий праздник были вовлечены все – мальчишки и девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки, а также руководители городских предприятий и организаций, гости из Болгарии и многие другие. Веселая музыка, свежая выпечка, горячий глинтвейн и новогодняя ярмарка не давали гостям праздника скучать. Молодцы, конечно, организаторы, что для делают для людей просто вот такие вот праздники. Да, очень как бы сейчас хорошо, что с ребенком и чувствуешь этот праздник как детский и на себя, и это очень радует. И когда такое организовывают, это очень здорово. Новогоднее настроение присутствует, несмотря на столь теплую погоду. Не устали? Тогда давайте аплодируем. Мероприятие очень интересное. Мне здесь очень нравится. Настроение классное. Чувствуется Новый год, хоть... На улице нету снега. Новый год и Рождество не за горами, а значит, пришло время принимать новогодние поздравления. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пускай Новый год будет такой же благополучный, как и 2019 год. Пускай все будут здоровы, счастливы, благополучны. Семьи разрастаются, город цветет. На благо всем нам. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.